происходит. Дебоши, пьянки, конечно, гулянки. Конечно, и самим страшно ходить, и за детей страшно. Раньше городок был самым тихим, спокойным местом в городе Мелитополе, где можно было и детей выпускать гулять, и самим ходить. А сейчас идешь, вот уже после 10 очень страшно. А что с детьми одному? Вроде как и центральная освещенная улица, а постоянно вот толпы нетрезвых мужчин. Сами знаете, что от них можно ожидать. А если еще и дерутся, а бывает и утром уже тоже пьяные, дебоширят и орут, а это уже страшно. А что владелец этой точки торговой или продавцы не делают замечаний никаких или что? Нет, конечно. Ну, а их девочка-продавец, она одна, ну, женщина-продавец, да, она одна. И их тоже запугивают, это ее работа, и она там ее, ну, торгует, а то, что они вышли и около магазина делают, что она с ними драться будет. Здесь же был гудодал за нападение на продавца, да? И на продавца нападали, поэтому девочки боятся, сами и не выходят продавцы. И жителям тоже страшно. Начиная с утра, кучи стоят, пьют, и заканчивая вечером. Как вас зовут? Лена. А вас? Татьяна.